الأصل الثاني السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. Вторая основа или второй вопрос, о котором ты будешь спрошен в могиле. ما دينك؟ Какова твоя религия? بماذا تجيب؟ Как ты ответишь на этот вопрос? تقول الإسلام دين. Ты скажешь, ислам моя религия. أنا مسلم. Я мусульманин. ما هو الإسلام؟ Что такое ислам? الإسلام هو أن تسلم تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة سبحانه وتعالى. Ислам – это когда ты признаешь единственность Всевышнего Аллаха в трех вещах, трех видах таухида. المسلم لابد ينقاد, لابد يعمل. Мусульманин обязательно должен подчиняться Всевышнему, должен совершать деяния. يأتي وقت الصلاة. Например, наступает время молитвы, намаза. ورجل لا يصلي. И человек не совершает намаз. هل أنت مسلم؟ Мусульманин ли он? لابد تصلي. Нет, ты обязательно должен молиться. نعم. المسلم لابد يتميز عن اليهود والنصارى. Мусульманин обязательно должен отличаться от иудеев и христиан. لا يمكن أن يعتقد ما يعتقد اليهود والنصارى. Он не может исповедовать те же убеждения, которые исповедуют иудеи и христиане. يصرح بلسانه أنه مسلم. Он открыто должен говорить своим языком, что он мусульманин. وكذلك يتميز بالجوارح لا يشارك الكفار في أعياد في احتفالات في لباس. Также он должен отличаться в своих действиях, не должен соучаствовать с неверующими в их празднествах, в их обрядах, в их одеяниях. Религия ислам, она имеет три ступени, три уровня. الدرجه الاولى المرتبه الاولى. Первый уровень, первая ступень. الاسلام. Это называется она الاسلام. المرتبه الثانيه اعلى من الاسلام الايمان. Второй уровень выше этого называется иман. المرتبه الثالثه الاحسان. Третий уровень называется ихсан. المرتبه الاولى الاسلام. Первый уровень ислам. اركان الاسلام خمسه. Он имеет пять столпов. يعني الاسلام بناء. Ислам это как здание. هذا السقف يقوم على اعمده خمسه. Вот этот вот свод, это свод этого здания должен опираться на опоры. لو أسقطنا عمود من هذه الأعمدة سقط البناء. Если не будет одной из этих опор, то тогда этот свод он упадет. نعم. المرتبة الثانية. Второй уровень ислама это. الإيمان. Называется иман. أركان الإيمان ستة. الإيمان имеет шесть столпов. المرتبة الثالثة الإحسان والإحسان ركن واحد والله أعلم. Третий уровень называется ихсан и он имеет один столб.